Всем привет! Вы на канале Марго Что Вы, и сегодня я буду смотреть подарки, которые мне подарили мои подписчики и друзья, и родители. Первый подарок, вот, да, я тут проверила, идет запись у меня экрана или нет. И да, это мой подписчик. И он подарил очень крутые вещи, которых у меня, кстати, не было. Давайте позаставим их ко мне домой. Да, кто за тобой ходится? А, это Катя. Я тут с ней сейчас погрузилась тут. Ладно. Идем дальше. И да, вот это вот мой дом. Кто еще не видел, я тут поменяла обои на такие вот. Раньше у меня были облака. И давайте посмотрим. Это, кажется, робот-пылесос, что ли. Поставим его, наверное, вот сюда. Как он работает, смотрим. О, прикольно. Он как будто бы моет тут все. Красиво говорит нам. Спасибо. Так, и... О, боже, какой он гигантский. Я думала, что он не такой большой. Ну, короче, я очень хотела такой, но никак не могла его найти. Спасибо большое тебе. Да, наверное, я уберу свой маленький телевизор. Так, зачем я стул двигаю? Я хотела его подвинуть, а не стул. И место маленького поставлю. Так, сейчас я Кате проход загоражу. Он там за город катается, что ли, у меня там. Ладно, так. Убираем телевизор. И надо как-то это поставить. Ой, какой большой. Нет, что-то мешает. Наверное, вот эту пока что уберу. Качели. Да, и подарки надо сейчас тоже убрать. Они... Ай, я застряла. Эти подарки с дня рождения Мона ставила тут. Да, и там все шарики тоже надо убрать. Я что-то давно не заходила. Чего у меня так много всего тут? Ладно. Так вот. И какой крутой телевизор. Блин. Круто. И следующий подарок от Вари в Adopt Me. И, да, вот Варя мне кидает трейд. Я даже, в принципе, никого не просила из вас подарки у меня на день рождения. Ну, все вы мне подарили. Что? Она мне целую Лего и три подарка хочет дать. Я тогда дам дискофар, наверное. Хе-хе. Хорошо, она меня любит, когда я ей даю что-нибудь за подарки. Ну. А, ладно. Ну, давайте согласимся тогда. Ну, мне кажется, это не очень тесно, но... Короче, я соглашаюсь. Ну, я соглашаюсь, наверное. А, согласна? Да. Я твой принимаю. Не очень. Мне, кстати, такой деги не было. Точнее, не было, но я ее обменяла. И, короче, потом опять ее обменяла. И, короче, у меня ее тебе нет. О, блин, зачем она мне так много подарков дарит? Ну, может, мне яйцо какое-нибудь... А, у меня было два яйца. Я ее одна отдала уже. Ладно, соглашаюсь. Да, спасибо. Что, еще что-то? Опять подарок. Что так много подарков? Зачем мне так много подарков? Ладно, может быть из какого-нибудь Лего вывезет. О, мне выпала какая-то пицца Юнгс. Ну, наверное, клёс. И да, мне еще подарили целый...